рисуем давно и много. И начинали мы, наверное, рисовать много-много-много лет назад. И каждым баннером своим мы, наверное, все-таки растем. Идем по возрастающей. Мы начинали с простеньких. Художники наши росли при этом. Умения у них больше было, больше и больше и больше. Соответственно, вырастали в размерах баннера, в сложности нарисования, ну, рисунка самого. Мы тоже росли. Вот. И каждый у нас баннер был лучше, чем предыдущий. Ну и потом этот был как бы вполне естественным путем развития. Была задумка, давайте нарисуем, вот раз у нас есть сейчас вот такой стадион, и раз у него есть вот такая возможность поднять его вертикально, как в театре, штору, например, да, давайте попробуем сделать такой вот большой баннер. Давайте. Вот и завязались. Посчитали, сколько здесь надо его, замерили, тут у нас 100 метров получился он длиной. Вот, 100 метров как раз это длина одного рулона ткани. Купили 7 рулонов ткани, получилось 700 метров погонных, ну, без малого километр, 2/3 километра. Сшили все это дело, и ткань приобрел клуб. То есть им предложили, хотите, допустим, вот такое, можно сделать такое что-нибудь типическое полотно на всю трибуну. Клубу эта идея очень понравилась, они оплатили ткань. Вот. Все остальное, это, ну, сколько ткани, не знаю, там 7 тысяч, 6, наверное. Вот. Остальные 6 тысяч, это просто собирали люди, болельщики все Севастополя. И хотели сделать его на 24 число на Запорожье, но там как раз был период сезона дождей, и, ну, Запорожье не успели, решили его сделать, значит, уже не торопясь, нарисовать его на первую домашку. А слова звучат, что слава Севастополя измеряется не годами, а столетиями. Вот. Я не помню чьи-то слова, честно, не скажу. Но просто слова действительно не подходят под всю историю Севастополя. За основу батальной сцены мы взяли картину народного художника России Василия Нестеренко. Картина называется «Отстоим Севастополь». Картина 2005 года. Вот. Очень серьезное полотно. Вот. Оно вас пленило своей энергетикой. Вот очень нам понравилось, и мы решили взять фрагмент за основу нашей живописной части. Ну, подобной работы ранее не приходилось, конечно, выполнять. Работа была сложная, и погодные условия. Все-таки лето у нас жаркое, вот, прилично так загорел. Было тяжело физически, потому что буквально, ну, когда солнце в зенит заходит, было очень тяжело, конечно. Вот, размеры тоже сыграли свою роль. Вот, самое сложное было нарисовать буквы, на самом деле, потому что там на букву ушло где-то у нас там 60-70 метров погонных. И там 64 буквы, по-моему, у нас. Вот, это было самое сложное. Вот, с живописной частью было проще, вот, и интереснее, скажем так. Вот, еще буквы все-таки устаешь чисто морально как-то, они нагружают. Использовалась самая легкая синтетическая материя, ну, капрон. Вот, краскопульт, нитрокраска, ну, растворитель, естественно, все это делалось распылением, валиками закатывалась большая площадь, если был один цвет, пятно большим, вот, сверху все это напылялось. Ну, волновался однозначно, потому что очень боялся, что что-то не получится, и все эти мои труды, ну, и ребят, которые мне помогали, пройдут даром. Вот, этого, конечно, очень не хотелось, и, ну, это сказалось на волнении на этом. Вместе и до конца, вместе и до конца, вместе и до конца.